Двое мирных жителей получили ранения в районе Горловки. По данным штаба АТО, огонь в минувшие сутки велся на окраинах Зайцева, Майорска и Новгородского. Горячими точками на карте Донецкой области остаются Пески и Опытные, окраины Донецка. Пользователи соцсетей пишут, что в Киевском районе города всю ночь и утром они слышали канонаду, залпы минометов и тяжелых орудий.